Я боюсь, что с Аллой Борисовной у нас сейчас конфликт. Ну, Рустам Абишевич, потому что он там рвал и металл. Ну, я шел, говорил, Дариган Рустам, но я пошел домой, я уволен. Гости пусть вообще даже не выходят, я его убью вообще. Я еще так акцент делал там. Роза, это Нагима. Так как-то вот. Как вы разрешили, как вы допустили это, говорил. Ну, такая известная история, как мне позвонил Виктор Цой. Моя любовь осталась в 20 веке. Добрый день, с вами Дергачев Инсайт, внезапная догадка, озарение. Я очень надеюсь, что сегодня с нами своими открытиями поделится Алексей Гостев, редактор, журналист. Здравствуйте, Алексей. Здравствуйте. Алексей Гостев, прямо скажем, людей, которые столько раз были главными редакторами, не так много у нас, да, то есть главный редактор газеты «Караван», главный редактор газеты «Кейзет», главный редактор журнала «Огонек Казахстан», пресс-секретарь агентства «Хабар», по факту пресс-секретарь Дариги Назарбаевой, создатель театральных программ на ТВ, какое-то время завлит театра имени Лермонтова и пресс-секретарь театра имени Лермонтова русского драматического в Алма-Ате ныне. Да? Вот. А я, конечно, после такого представления, Леша, я, конечно, сразу бы хотел задать вопрос о смерти отечественной журналистики, о том, насколько все плохо и как все погибло, но любите книгу «Источник знаний». Ну, то есть, с другой стороны, зачем как бы в доме повешенного о веревке не говорят, да? То есть, что мы будем? А вот, Facebook, последняя запись. Алексей Гостев рассказывает, как в детстве звонил Розе Рымбаевой и представлялся Нагимой Искалиевой. Не могу мимо этого пройти, пожалуйста. Вот просто, пожалуйста, просто расскажите, что это такое было. Очень хорошо, что Роза Рымбаева у вас была уже в гостях, да. А не будет после меня, потому что вы непременно рассказали бы эту историю. Она обязательно. Я думаю, она посмотрит сейчас. Вот. Что это было? Да. Кто-то написал мне сегодня в комментарии, Лёша, это была твоя первая любовь. Ну, видимо, как-то очень неосознанно. Потому что это был какой-то такой вот такой возбуждающий момент какой-то пакости, которую я творил. Я вообще себя очень не люблю в детстве. Да. И практически не вспоминаю. То есть, если мне идут какие-то картинки, я их... Вот, потому что такого... Моя подруга Оля Лившиц, ныне Хрипунова, живущая в Господи, в Америке, боже мой. Мы, значит, еще туда поедет. В Израиле моя давнишняя подруга по газете «Горизонт», она очень любила говорить фразу, вот я бы такого удавила в зародыше, да, вот надо было такого вот удавить, каким я был в детстве. Вот, потому что на протяжении, это же безнаказанная вещь совершенно. Причем я уже понимал своим там умишкам детским, что стоит автоответчик, и мой телефон будет вычислен. Поэтому я выходил во двор, где стоял телефон-автомат. Вот. Причем я научился как-то бесплатно звонить эти 2 копейки. Я не какой-то код, я не знаю, набирал, чтобы это звонок был бесплатный. И с утра до вечера на... Ну, я не всегда представлялся Нагимой, но это моя любимая была, конечно, там. Я еще так акцент делал, там, Роза, это Нагима, так как-то вот. Бедная женщина. С утра до вечера? Ну, не с утра до вечера. Это не один, не два, не три раза было. Нет, это была такая серия, Вот, и, конечно, я говорю, я не могу воспроизвести ту реакцию народной артистки Республики Казахстан, которая вот следовала после моих вот этих вот каких-то эскапад, не знаю. Вот, и я не помню, когда я остановился, но, наверное, что-то она уж совсем мне такое сказала. Что она говорила?
Нет, ну, чаще всего она просто бросала трубку. Я не знаю, зачем я это делал. Я не знаю. У меня было какое-то, это знаете, вот как, наверное, уже как мышка, которая там опыт ей дают, какой-то рычажок, она нажимает и получает удовлетворение, да? Наверное, это было что-то из этого рода. А зачем я это делал, еще можно догадаться. Зачем сейчас рассказал в Фейсбуке? Какой был вот внутренний мотив? Это что, это как-то желание от этого освободиться или чего-то другое? В смысле, покаяться? Да. Нет, если бы я хотел покаяться, я давно бы ей это рассказал. Потому что мы общались, да, в театре, значит, мы похвастаться? Виделись. Зачем? Нет. Понимаете, ну, как сказать. Я вообще в Фейсбуке пишу очень редко. Как ни странно, хотя мне там друзья пишут. Следим за твоей там виртуальной жизнью, как ты описываешь. А мне кажется, что я это делаю очень редко, потому что у меня твердое убеждение, что мне нечего сказать миру. Правда. Без ложной скромности. Я знаю людей, которым есть что сказать, они это делают, поднимается хайп или прочее. Может быть, я не люблю, конечно, больше всего не люблю комментарии в Фейсбуке. Если бы была моя воля, я бы отключил эту опцию. Так можно же отключить. Не у себя. Я бы вообще, в принципе, по миру бы ее отключил. Вот, потому что, ну, вера в человечество, она совсем новая уходит. Новая цензура тогда, да? От Алексея Гостева. Наверное. Вот. И поэтому это импульсивные вещи. Когда особенно слышишь от друзей, ну, хватит уже, ну, что ты все время вот... Там. Ну, это идет, знаете, это уже просто какое-то свойство натуры. Когда-то Владимир Рерих мне... Сказал: Лёш, ну, я узнал все про вашу бабушку, про вашу маму. Почему вы такой открытый в пространстве, в каком-то там, как это называется, информационном? Вот. И иногда я себя вот так вот за горло-то хватаю, и что, так, остановись, все, хватит, помолчи, не надо. Вот. А потом импульс возникает, я мою посуду на кухне, звучит Роза Рымбаева, старая пластинка играет, мой дворик песенка, понимаете, мой дворик. Естественно, да. Ассоциации очень прямые. Я сразу вспоминаю, это дворик, себя, урода очкастого, который вот творил такие безобразия, да. И пишу какой-то текст очень короткий, но потом выясняется, что он очень смешной оказался, потому что масса людей получила удовольствие. Как еще со скрипочкой ведь был человек. Вот скрипка у меня? Да. 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 А вот вы сможете что-нибудь воспроизвести, если вам сейчас скрипку вот вынести из зала? Конечно. Да? Потому что я-то вру. Я тоже играл 7 лет, ходил в музыкальную школу. Когда меня спрашивают, я говорю: ну, полонез Огинского я сыграю. Хотя я понятия не имею, вот сейчас мне дай скрипку, я сыграю полонез Огинского или нет. Но у меня какое-то ощущение, что вот вспомнит рука. А вот, а вы вот что вспомните? Да я могу вспомнить какой-то очень сложный концерт. Дело в том, что это не память механическая, не память руки. У меня не так уж много там каких-то достоинств, но это то, что я принимаю в себе с детства. Это какая-то исключительная вещь. Я играю абсолютно со слуха все. Вот. И я в музыкальную школу так попал. Мне было 5 лет, и меня привели к Александру Михайловичу Островскому в железнодорожную музыкальную школу. Она такая легендарная была в свое время школа. Вот. И он очень хохотал, потому что я пел там какую-то песню Пугачевой, конечно, там Арлекино или «Не отрекаются любя». И вот как-то он сказал: это чудо я возьму вот немедленно, прямо сейчас. Хотя мне было 5 лет, а в школу брали с 7. Вот. И он 2 года занимался со мной без инструмента, просто он ставил мне руки. И тут вот такая незадача получилась, что у меня заболела мама, и... Она вынуждена была отдать меня в другую музыкальную школу, чтобы не ездить так далеко. Я еще тогда, ну, не отпускала она меня самостоятельно. Надо было водить. Вот. И я попал к педагогу, который полностью сломала мне ту технику, которую дал мне Александр Михайлович. Она перестроила руку, она вибрацию сделала другую. И потом, когда я попал опять к Александру Михайловичу, через 2 или 3 года уже опять в железнодорожную, он схватился за голову и чуть не заплакал. Она была хорошим педагогом, но она так видела, да, вот у нее была своя методика. И ему пришлось очень сильно потрудиться, чтобы восстановить какие-то былые.
Он опять все перестроил. Он не мог работать со мной уже вот с измененным. То есть вы один из тех людей, которых музыкальная школа не отвратила от музыки, то есть и у вас это дело естественным образом продолжилось дальше, да? Я не могу сказать, что я часто достаю инструменты и играю. Так у вас еще и скрипка есть? Конечно. У меня та же самая скрипка. Мне интересно, кстати, было оценить, было бы оценить ее стоимость, потому что по тем временам, так, сейчас нас увидят воры, пробьют мой домашний адрес. Вот, она по тем временам была очень дорогая, потому что у меня скрипка такого мастера, который приравнивается, я прочитал в интернете об этом, приравнивается к Страдивари, советский мастер Денис Яровой. И та же самая скрипочка, она, конечно, уже в ужасном состоянии внешне. Я, ну, хотя я пару раз пытался ее отдавать на реставрацию. Вот. Мне приходилось ее брать, потому что 10 лет назад у меня случилась такая интересная короткая история, что я попал в рок-группу очень молодых людей. Вот я там был такой, отец Алексей они меня называли, я был старше их там на 10. В Алмате? В Алмате, да. Вот. И они попросили меня сыграть одну тему просто вот в одной композиции. Нужна была скрипка. И нужно было сыграть вот вальс. Что-то такое. Вот. Я так сыграл этот вальс, что они выгнали своего клавишника. В общем, я подсидел человека бедного. Я стал клавишником и скрипачом этой группы. И я с этой скрипкой уже путешествовал. Мы давали концерты в клубах Петербурга, участвовали в крупном фестивале. Как группа называется? Группа называлась одно время «Инди», но потом наш фронтмен придумал, что она почему-то должна называться «Гуарова комедия». Причем не «Гуарова я», а «Гуарова». Выпендрился. Угу. И вот под этим названием странным мы выступали на одной сцене с там, «Король и Шут», «Кинчев». Ну, мы на малой сцене, они на большой. То есть там были две площадки. Да. Но это такая была история, конечно, тоже фантастическая. А сейчас группа существует? Нет. Мы были должны за... Я обнаружил в себе такие способности. Знаете, когда я там работал в структурах уже упомянутых «Караван» там, и так далее. Да. Вот, я копейки себе лично не заработал. То есть можно же было там в рекламные как-то потоки внедриться и каким-то образом улучшить свое финансовое положение. Там, ну, вот я такой вот. Я нет. Я занимался чистой журналистикой. Я никогда не умел добывать деньги. Никогда. Но здесь случилось невероятное. Я нашел на эту поездку сначала $5000 на группу, потом 8. Вот. Это 10 лет назад? Это 10 лет назад. И мои пацаны, вот наши ребята из группы, они смотрели на меня, конечно, как на божество какое-то. Потому что пришел Леша и принес им такие деньги. И дал возможность там месяц жить в Питере и самовыражаться. Романтический период работы на том же Хабаре, да, то есть какой-то, какие-то надежды, новый Казахстан, вообще вот этот период романтических отношений с властью, то есть он как вас... С Дарьей Нурсултановной? В том числе, да. То есть это для вас было праздник или для вас это были суровые будни? Праздник. Праздник? Праздник. Ну как? Ну сейчас я уже, конечно, так. У нас были, конечно, моменты такие достаточно тревожные. Ну, несколько историй просто... Ну, как вот сейчас это вспоминать? Мы по своему... Мы косячили, конечно, очень сильно, потому что пришли... Ну какой я телевизионщик? Я был газетчиком. Это мой первый был телевизионный опыт благодаря моему хорошему старшему другу, товарищу Андрей Шухов. Не могу его не назвать. Вот, потому что очень скучаю, на самом деле, по тем временам. И он выдернул меня на телевидение. У меня все было хорошо в газете. Я сначала вел светскую жизнь. А газета какая была? Газета была «Панорама». «Панорама». «Панорама», да. Там мне пришлось заниматься более серьезными вещами, чем когда я работал в «Ленсмейне», в «Горизонте». Потому что там я выбирал себе такие темы, достаточно свободные, иногда фривольные какие-то. Вот. А в «Панораме» я был парламентским обозревателем.
То есть Андрей Шухов быстро прикрыл вот эту вот всю, как я не помню, какое-то, ну, какое-то слово он такое нехорошее этому дал определение, чем я занимался. У меня была полоса «светская жизнь». Он сказал: так, светская жизнь заканчивается, все. Вот. А он был редактором какое-то Да. короткое время «Панорамы», а потом пришла Лера Цой, да? Да. И при Лере я уже был вот этим парламентским обозревателем, но тоже, конечно, очень скандальным обозревателем. Потому что два скандала, один очень такой серьезный, когда мне рассказывали, что каким-то очень недобрым словом меня упомянул, нет, как сказать, Нурсултан Абишевич, потому что он там рвал и метал. У него было закрытое заседание с фракциями в парламенте, а я положил диктофон знакомому депутату в карман. И на следующий день просто выдал стенограмму. Она была достаточно секретная в тот момент. Вот. И он говорит: как эти журналисты, как они могли? А мы полную стенограмму выдали в «Панораме». Вот это вот, да. Ну тогда можно было делать такие вещи. Конечно, Дорига мне, когда мы познакомились и так вот уже так хорошо общались, она мне как-то призналась. Я, говорит, читала твои заметки в «Панораме» и говорила: вот сволочь, вот сволочь. Но как пишет? Ну как пишет вот так? Вот. И да. И Андрей меня с ней познакомил, и она предложила мне возглавить службу новостей Хабар. Ну, я такой, ну, достаточно дерзкий был мальчишка. Мне было 24 года, но там сидели такие вот матроны, такие вот уже вот, им так было хорошо, это КСТВ, а их заставляют сейчас как-то перестраиваться, делать какой-то новый формат, там, европейский формат и так далее. Вот. И первое, я помню, что я обратил внимание, я пришел, на столе лежала папка, на ней было написано «Докладные на сотрудников агентства Хабар». Меня так это взбесило вообще, вот эти докладные. Ну, потому что доносы это вообще, это вот то, что я ненавижу больше всего. Вот, поэтому я просто заклеил ее другой бумажкой и написал выпуск или там план выпуска агентства Хабар, да. Вот, и да, часто мы получали по шапке, потому что мы достаточно как-то так нетривиально ко всему подходили. И очень много было чиновников, которые звонили мне: ты уволен, все там, ты уволен. Ну, я шел, говорил: Дариган, что там, но я пошел домой, я уволен. Вот, она смеялась и говорила: так, все, расслабься, я сама разберусь. А прессинг такой был со стороны. Ну, как-то раз мы обрушили целый банк. Что нам инсайдерские источники дали информацию, что на грани банкротства один из казахстанских банков, а ведущий в информационной выпуске сказал: стал банкротом. То есть вот глагол поменяли, то есть там одно слово вылетело, и все, и у этого банка на следующий день все повалилось, все эти котировки. И так что вот на нашей совести нескольких людей в информационной службе было разорение целого банка. Это период формирования, да, то есть это период создания, скажем так, нового как формата, когда вообще все со всеми сотрудничали, и это было, грубо говоря, не западло. Конечно, нет. Не просто сотрудничали, мы дружили, и даже если мы ссорились, то есть я очень дружил в тот момент, в ту пору я считаю, что был один из самых лучших пресс-секретарей у Нурсултана Абишевича, это Дулат Куанышев. Впоследствии посол там в Израиле, в других, не помню уже, странах. Вот, мы поддерживаем отношения до сих пор. Но тогда мы просто, не знаю, влюблены были все в него, потому что он был настолько вот за журналистов, он настолько был открытый, он настолько был приятный в общении, да. Вот. И я не знаю, он, конечно, однажды пытался меня убить. Мы летели с президентом в Америку, и в наш самолет попала молния. До сих пор кто-то пытается там меня поправить, что если бы молния попала, то мы бы уже не разговаривали с вами сейчас, да? Вот. Но я очень хорошо помню, что вот этот вот толчок, вспышка, вот, как самолет просел. Вот. И, конечно, было состояние у всех такое, ну, нервное после этого, что
президентский Боинг на подлете к Нью-Йорку, да. И мне строго-настрого запретили об этом давать в эфир. Uh-huh. То есть Дулат мне сказал, что он вычеркнул у меня, он посмотрел сюжет, я ему показал, ну, советовался, естественно. Вот, и он вычеркнул эти строчки про молнию. Вот. Ну, я подумал, ну, мне же не запретили дать это устной информации, да, не запретили в сюжете, я дал устную информацию. Вот. Режиссер «Царствие небесное» Ольга Георгиевна Сацук наклеила туда картинку, там молния какие-то эти. Вот. И потом мне рассказывали, что начались звонки. По-моему, первая позвонила в Нью-Йорк Сара Алпысовна, перепуганная насмерть, потому что такая история. Вот. И я, по-моему, 2 дня не выходил из номера, потому что Дулат сказал, если я... Гостев пусть вообще даже не выходит, я его убью вообще, потому что такой начался кипиш страшный по этому поводу. Вот. Но вот как-то сходило с рук это все, потому что все было настолько... В этом было что? В этом было вот желание выполнить свою работу, или это был вот такой драйв, вот все равно скажу, а там будь что будет? Я думаю, все вместе. И желание выполнить свою работу, конечно же, и влюбленность в эту профессию на тот момент. Uh-huh. Очень сильная. Uh-huh. Вот. И вот это согласие с этими строчками, которые нам там вдолбили с детства. Трое суток не спать, трое суток скакать, да, ради нескольких строчек в газете. Да. И вот это как-то все. Вот. И просто одна моя подруга, она, просматривая какие-то наши старые сюжеты, она мне все время говорила: Лешка, я вообще поражаюсь, как тебе удалось протащить на государственный канал такую гениальную кустарщину. Она это оценивала. Да, действительно, мы, может быть, с точки зрения современных технологий это выглядит кустарщиной, но мы испытывали невероятный кайф. Любовь к большим артистам, вот, и любовь, скажем так, к совсем большим звездам. Короче говоря, про Аллу Борисовну хочу спросить. То есть у вас как вот, как вообще и что у вас с Аллой Борисовной, Алексей? Я боюсь, что с Аллой Борисовной у нас сейчас конфликт. Даже так? Да. Угу. Во всяком случае, я точно знаю, что статью, которая наделала очень много шуму, мне писали, что меня непременно убьют, ее поклонники, что они приедут и замочат эту тварь, вот эту, вот, которую так посмел, да? Когда-то меня били, кстати, за статью о «Ласковом мае». Какое-то я провел такое расследование. По-моему, не только я, несколько журналистов, но у меня был конкретно вот этот контакт с персонажем, который выдавался за Юру Шатунова. Uh-huh. И в «Ленинской смене» вышла заметка. А потом уже там Оскар Альмежанов тоже что-то написал на эту тему. Да, и меня побили в Первом микрорайоне, помню. Uh-huh. Так накостыляли мне. Поклонники «Ласкового мая» как-то вычислили меня, что это я. Долго били или не, коротко? Я не помню. Да. Ну, раз... Нет, по-моему, нет. Угу. Черепно-мозговой травмы закрытой не было. Слава Богу. Нет, да. Вот. А Алла Борисовна, ну... Какого времени статья и где она появилась? Она появилась в газете «Киезет», угу, которую мы выпускали 3 года. Да. С 2005 по... Нет, даже 2. Да, да. 2005-2007. Статья называлась «Женщина, которая плюет». Ее потом перепечатали российские СМИ, и она была на популярных ресурсах. Очень такие «Дни.ру» ее разместили, еще кто-то. Это, конечно, это был очень такой текст у меня выстраданный, но и очень отвязный. То есть я просто там
не стеснялся в выражениях, учитывая то, что ну, Пугачёва какую-то огромную роль сыграла в моей жизни. Ну, это вот первая любовь, наверное, это все-таки она. Она была здесь в 81-м году с концертами, теми скандально знаменитыми, когда нарвала газету. Да. От этого я ничего не видел, но я дал ей записочку на сцену, в руку. И это маленький мальчик, там, такой маленький, уже 10 лет все равно. Вот, и я свято верил, что она позвонит. Вот. Ну, чудес не бывало. Потом, кстати, жизнь поправила, да, что чудеса-то все-таки случаются. Примерная история уже была, ну, такая известная история, как мне позвонил Виктор Цой. Домашний телефон, да. Она такая описанная во многих источниках, как Цой позвонил Лёше Гостеву. А там я сидел, по-моему, 3 дня и не вставал. Просто в углу, там, тут же ел, спал около телефона, ждал, что она мне позвонит. Она, конечно, не позвонила. Но мне очень хотелось ей спеть. Вот, потому что, когда я был маленький, у меня был очень сильно похож на нее голос. То есть, интонации, все это вот. Ну, изумительно, конечно, это было. Жаль, не осталось никакого вот, вещественного воспоминания, потому что голос был такой просто один в один. Вот. И то, что происходило последние вот годы перед тем, как перед ее отставкой, такой уходом со сцены, это, ну, это просто невозможно было на это смотреть. Потому что люди, которых она поднимала с колен, то есть я писал об этом, которые помнят и Чернобыль, и «Пришла и говорю», и которых она мотивировала, вдохновляла, которые там переписывали свою жизнь на ее песнях как-то. Вот это было просто предательством по отношению к этим поклонникам. Вот это вот этот фанерный чёс, совершенно неуважительное поведение. Вот. Потому что когда-то Пугачёва говорила о том, что если я когда-нибудь спою под фонограмму, ну, пусть меня там гром разразит среди ясного неба или что-то такое, да. Что этого не будет никогда. Пока я на сцене, я буду петь живьём. Вот. Но это было просто ужасно. Вот концерт, на который я сходил, и я потом написал вот эти вот все очень хлесткие слова были. И там были такие формулировки, как там, что даже самая гениальная женщина может оказаться заурядной стервой. Такие. Наверное, рисковато. Наверное. Вот. Ну, суть в том, что этот материал в один какой-то день исчез со всех российских вот этих вот ресурсов. И я подумал, что ну, только один человек мог дать такую команду, чтобы этой статьи там не было. Я понял, что меня прочитали. Я мог бы спросить, конечно, об этом у своего хорошего, доброго, не могу сказать друга, но товарища Филиппа Киркорова. Вот. Может быть, он бы мне как-то пролил свет на это. Но мне кажется, что Пугачёва тогда дала команду, чтобы этой статьи не было. Наверное, сейчас я, наверное, извинился бы перед ней. Занесло, азарт взял тогда. Нет, это не кураж был, как вот у Атара Кушанашвили. Он там говорил, что когда она его чуть не посадила в тюрьму, кураж, у меня был кураж. Нет, у меня была боль. У меня была очень сильная боль. За то, что я вижу, да, и я вижу, как моя, ну, как сказать, да я не могу даже дать определение, кто она для меня. Кумир, не кумир, это не кумир, это что-то другое, это очень личное, очень личное. Вот, ну и что она превратилась в какое-то зомби-существо, потому что это не Пугачёва, это оболочка, ну, на тот момент. Такое у меня было ощущение. Алексей, сейчас эту статью стал бы публиковать или нет? Сейчас. Ну, во-первых, она, можно так сказать, нет, ну это большая наглость опять так говорить, что она реабилитировалась в моих глазах. Да уже говорите, как говорится. Но тот последний концерт, который она
сколько, 2 года назад, когда который у него... Тот самый концерт? Тот самый концерт, да. Хотя тут тоже, тут я, если бы у нас была возможность с ней поговорить, да, понятно, что она, кстати, наверное, и была, но все время что-то как-то вот... Знаете, такая немножко мистическая история, когда она приехала сюда после длительного перерыва, после того скандала, она же говорила, что ноги ее не будет больше в Алмате. Вот. И Булат Абилов ее привозил. Были 3 концерта во Дворце Республики. И была пресс-конференция. Я, конечно, могу накрутить себе все, что угодно там в своей башке, что вот, вот я увидел какой-то знак. Вот. Но я шел, понятно, что у меня сердце было где-то вот, потому что вот, вот она приехала, я ее увижу. Это вот самое большое там, счастье в моей жизни. Вот я вот сейчас увижу ее. И мы встретились с ней глазами. Вот она повернула голову как-то так. И мы вот встретились глазами. И какое-то время мы просто не могли оторвать глаз друг от друга. Я не знаю. Я не вру, Вадим. Это правда. Ты не врешь. Да. Вот. Я... У нас такой контакт какой-то возник. Такое ощущение, что она меня вот просто вот... Как это сказать? Вычислила, что ли? Вот. Я задавал, конечно, вопрос на пресс-конференции. И вопрос, он был такой... Ну, там было столько любви и нежности в моем голосе. Что Булат Абилов даже сказал, ой, ну какой-то Алексей очень философский вопрос задал. Очень как, какой-то вот серьезный вопрос. Она такая заткнула его. Говорит, я понимаю, о чем он меня спрашивает. Я понимаю. Я отвечу. Вот. И, Сколько времени прошло после статьи и вот с этой конференции? После какой статьи? Или это до статьи? Это до, конечно. Это 94-й год. Нет, тогда все было прекрасно. Ну, понятно, тогда была любовь. И она, вот о чем я просто хотел сказать, да. Что она сказала потом, она повздорила на пресс-конференции с одной журналисткой информбюро, которая задала какой-то тоже невинный вопрос, но он ей ужасно не понравился, Пугачевой. И она стала вот ее так поворачиваться, там, демонстрировать свое какое-то презрение, да, вот. А потом она говорит, так, не надо все, я не хочу с вами разговаривать. Я же знаю, кто меня вот тут вот терпеть не может. И так в мою сторону поворачивается, а кто меня любит? И протягивает руку вот так. Ну, я понял, что мы услышали друг друга. Да? Слушайте, ну это какая-то очень личная история. И в этой... Ну, вы можете вырезать эту личную историю. Нет, кто ж от такого откажется. А, нет, так в этой истории просто и с этой статьей вашей личного-то гораздо больше, чем всего остального. Еще раз спрошу коротко. А сейчас бы эту статью напечатал или точно нет? Или написал бы? Если другую? Бы я оказался в том времени, в том месте и вот. Да нет, вот сейчас. Сейчас? Сегодня, да. Повторил бы, вот если вот не было тогда этой статьи, а вот, вот эти претензии, они остались или все-таки рассосались уже? Я не стал бы публиковать эту статью, но я обязательно нашел бы возможность, если бы повторилась такая ситуация, я бы обязательно нашел возможность попытаться с ней поговорить на эту тему. Просто поговорить. Без вот этих вот обличений в строке, то есть я бы не громко на ухо, ну как-то так, наверное. Хорошо. Да. А с Филиппом Киркоровым удалось поработать, и потом через эту работу возник какой-то хороший человеческий контакт. Как это все произошло? Ну, это опять было через публикацию. Мы с будущей опять женой... Опять обидел, что ли? Нет. Мы с будущей женой... Она не любила очень Филиппа Киркорова. Ну, я не могу сказать, что я его любил. Наоборот, я как-то часто... Я не понимал, почему он поет песни моей Аллы Борисовны. Почему он поет ее песни? Еще так плохо, как мне казалось. Да? Я, кстати, ее спрашивал об этом. На той пресс-конференции. Говорю, как вы допустили это, говорил я.
Вот она говорит, да, вообще дурак, вообще, как он смеет? Ну ладно, теперь, говорит, чего же. Вот, и была статья в «Караване», она называлась «Просто Филя». Просто Филя. Да. Я таких заголовков не встречал раньше, поэтому смело его поставил. И текст был какой-то такой очень, очень хороший. Короткий, но это не была какая-то рецензия на выступление. Это были какие-то просто мои мысли насчет того, что, ну, он, конечно, очень часто ведет себя как... Тоже не очень хорошее слово было. Вот, там была уже тогда череда каких-то скандалов. Еще не было розовой кофточки. Да. Не было. Но уже было вот это вот, когда он прошел сквозь строй ОМОНа. Он оскорбил ОМОН. И ОМОН оцепил ДК какой-то. И начальник этого ОМОНа сказал, что этот певец просто не выйдет отсюда, если он не принесет извинения каждому. Потому что там он что-то сказал. Глупый там что-то со сцены. Вот. И я писал, что несмотря ни на что, вот, высокое искусство нисколько от этого не пострадает, потому что в нем столько перевешивает другого. Хотя я не знал его как человека на тот момент. Он еще не сделал мне очень много доброго в моей личной жизни. Но я как-то почувствовал, что это перебор, вот это отношение со стороны прессы, что оно не, что оно предвзятое, мне так показалось. Вот. И когда мы первый раз с ним увиделись, я делал свою программу «Контрамарка» театральную, и у меня была программа, в которой было два героя, вот он и Кристина Орбакайте. Мне было интересно поговорить о театральных, о театральном опыте этих певцов, да, певицы. И случилось, просто была такая возможность в Астане, мы были на конференции СТД нашего, и, ну, по счастливому стечению обстоятельств Филипп давал концерт в Астане. И мы договорились, я списался с его менеджером, нашел его контакты, и мы записали интервью. Когда он услышал мою фамилию, вот, ну, мне сказали, это вот Алексей Гостев, он сделал вот так вот. Лёша? Тот самый Лёша Гостев? Там, ну, что такое? Оказывается, он читал эту статью на своем сайте Киркоров.ру. Он ее прочитал. Он ее оценил и запомнил. И вот поэтому контакт какой-то уже установился сразу. Такой вот, ну, заинтересованность какая-то уже была, во всяком случае. Вот. А когда я смонтировал эту программу, ну, мне захотелось... То есть у меня всегда не то, что там... Мне от него что-то было нужно. Совсем нет. А просто такое побуждение, обычное мое побуждение, чтобы вот сделать приятное человеку. Я записал диск, по-моему, уже тогда можно было на диске писать, да, и, или, может быть, кассету ВХС-ку я отправил. Был в Москве, занес ее в арт-студию Алла, да, где он, Киркоров, появлялся, и написал для Филиппа. Вот. И Киркоров посмотрел эту программу. Она же была... Очень нетрадиционная программа. Хорошо, что у нас не было цензуры. Она выходила на Первом канале «Евразия». «Контрамарка». 18 выпусков мы сделали. И у меня там был... Ну, я как бы сквозной персонаж такой. То есть я сам делал свой собственный театр. То, чего я был лишен всегда, работая с Тюзом, с драмой потом, да... Я же все время хотел выйти на сцену. То есть, это мечта моя была. Я Преображенскому говорил, покойному Борису Николаевичу, выпустите меня Лариосиком, ну, на один спектакль, пожалуйста. Я же сыграю. Я же прекрасно сыграю Лариосика. Я же знаю, как его надо играть. Колесников не знает, а я знаю. Ну, Преображенский. Вот. А тут я мог сделать все, что угодно в своей программе. И я предстал в образе негра, Рупи Рота из «Пятого элемента». Я был весь в морилке, вот, в каком-то умопомрачительном костюме, который мне моя подруга Алена Ривлина из Санбеля, модельного агентства, нашла. Вот. И в качестве Брюса Уиллиса у меня был Дед Мороз, загримированный под Деда Мороза, новогодняя программа, да. Женя Жуманов. Да.
Да, и в последний момент он снимает уже, ну, а до этого я ходил, говорю, ты уже готов к своей встрече? Да, она и милая, вот так вот я сниму, вот это вот все, бедный Жуманов. И вот, несмотря на как-то Киркорову страшно понравился ход, он говорит, Леша, вот мы уже потом, когда общались, он говорит, мне понравился подход, он был очень нетрадиционный, потому что чаще всего программы о театре, это вот это вот, элегия Массне, да, элегия. Вот. И Филипп, он как-то очень так трогательно отнесся. По крайней мере, он встретил меня как-то очень радостно, сказал, Леша, как твои дела? Я посмотрел программу, вот, да, говорил какие-то комплименты и предложил мне сделать сюжет свою контрамарку, он еще не знал, что она на грани, что ее закрыли, эту программу. Вот, и я ему говорю, Филипп, да, я с удовольствием, да, конечно, для меня это огромная радость и честь, вот, но некуда делать сюжет, у меня программу закрыли. Он говорит, а если я пришлю факс из Москвы завтра о том, что мы даем вам эксклюзивные права, ну тут я вообще просто дыхание сперло, как это? За какие такие заслуги? Чем мы так вот приглянулись ему вдруг? Вот. Ну, я так, конечно, отнесся, думаю, ну, мало ли что, не скажет человек сгоряча. И когда на следующий день в моей почте электронной лежало письмо за подписью, там было две подписи, Филипп Киркоров и Алла Пугачева. То есть там стало два автографа, что мы, продюсеры, приглашаем съемочную группу из Казахстана, Алексея Гостева, на съемки. Те начальники, которые закрыли программу, насколько я знаю, они порвали это письмо и выкинули ее в мусорную корзину. Мне потом сказали, что этот человек, его тоже уже нет в живых, он тогда сказал, что Гостев уже не знает, как пропиарить себя, даже через звезд российской эстрады. Как-то так. Пренебрежительно достаточно и противно было очень сильно, да? И наш покровитель, тот самый наш меценат. Он мне просто сказал, Леш, такой шанс, он выпадает нечасто. Я бы на твоем месте просто нашел возможность там подтянуть спонсора или что-то, найти эти деньги, съездить, даже за свои собственные деньги съездить в Москву, сделать сюжет и вот показать вот этим вот курицам, которые там сидят, что, ну вот, ну что мы и сделали. Не совсем за свои деньги, но за нас поручились, и мы поехали. Вот когда я говорю, поработали с Филиппом, это вот та неделя, которую мы провели в Москве на съемках этого мюзикла. Это было безумно интересно, потому что, ну, первый опыт, это бродвейский вот этот вот Да. принцип, да, актер каждый день выходит на сцену, но на сцену нам было интересно. Как раз была какая-то свирепствовала эпидемия гриппа в Москве, и я все спрашивал, а как вот, если там, например, Лика Рула, исполняющая роль Велмы Келли, если она заболеет, то что? У нее нет дублера. У Филиппа есть. У Филиппа был дублер, потому что он еще выполнял обязательства гастрольные. Он ездил на такие, на какие-то концерты. Вот. А и Филипп мне говорил, они не должны заболеть. Я делаю все, чтобы они не заболели. И это были не просто слова, он действительно открылся мне тогда вот с этой поразительной стороны, какой он сильный продюсер, какой он мощный вообще вот в этом отношении, как он заботится о своих артистах. У них был такой график, с одной стороны, очень напряженный, потому что, ну вот год без выходных, да, с другой у них был, ну, у них было все. И массаж бесплатный каждый день, и солярий, и бассейн. Он все предоставил для того, чтобы они были в таком очень комфортном режиме работали. Вот. И, конечно, был немножко такой комплекс, потому что ну, мы не были упакованы так вот, как это там по-московски, что у нас там аппаратура супер какого-то класса. У нас была маленькая камера, мини-девишка. Вот. Для меня огромным комплиментом потом стало, когда Рерих Владимир спросил меня, а где вы взяли ПТС в Москве? Где вы подогнали ПТС, чтобы записать? У меня было очень, очень большое количество фрагментов этого мюзикла.
И мы его смонтировали так, что картинка была просто как ПТС. С маленькой вот этой камерой. Да. Все закончилось тем, что я просто Филиппу этот фильм подарил. В очередной какой-то наезд в Москву. Я ему позвонил, говорю: Филипп, наверное, надо раз в жизни поработать ради искусства. А может, и не раз в жизни. Вот. Я получил огромное удовольствие. Для меня это действительно школа. Мощная школа. Что мы на уровне Москвы, в общем-то, не бледненько смотримся. Да? Я ему подарил этот фильм. Мы заключили договор о том, что я безвозмездно передаю права на этот фильм. А он обязуется его прокрутить на одном из федеральных каналов российских. В эфире я его не видел, но потом вот эти наши материалы раздербанили везде. Потому что какой канал не включишь музыкальный про Киркорова, везде шли наши съемки. Потому что Чикаго больше не снимал никто, кроме нас. Все. А все, что касалось потом каких-то там интервью, куски из нашего интервью. Вот. И это было немножко чужеродно, потому что чем, я думаю, Филиппа зацепил тот фильм? В чем был его секрет? Не в том, что мы там просто... Был достаточно традиционно выстроен этот фильм. Вот. Но Филипп предстал в каком-то совершенно неожиданном свете. Я думаю, что он даже сам поразился тому, насколько он... Ну, вы же понимаете, вот, ну, в принципе, отношение там российских телевизионщиков, да? Отношение такое, вот такое, через губу, Киркоров, там, ну, что впоследствии это показали все скандалы с розовой кофточкой, с еще так далее. А тут сидел умный человек, очень умный, вот, продюсер, вот, который держит все в своих руках, да, не то, что там Карабас-Барабас в театре, но совершенно вот у него есть внятная какая-то программа, он собирается в дальнейшем эту труппу использовать. И он был очень искренний. Очень. Он не выделывался. Он не строил из себя звезду какую-то там. Вот. И он увидел наше отношение к нему. Ну, очень такое теплое и заинтересованное. Что мы... Вот. Я думаю, что это его в нас подкупило. А нас в нем, да? Вот это вот. Поэтому, конечно, уже завязались какие-то отношения такие, что, ну, он приезжает сюда, это обязательно, мы идем на концерт, он зовет, он знает там мою дочь. Последний раз, когда он приезжал, он вообще остановил концерт, он стал общаться с Алисой. Там идет фонограмма, оркестр играет, он увидел Алису, меня рядом, и он: «Ой, ты моя девочка, как ты выросла», там какой-то такой вот. Вот. И больше всего, конечно, я счастлив, что за свою маму. Потому что каждый раз, когда он приезжает сюда, я уношу вот все цветы, которые ему дарят. А это несколько корзин, там вообще просто охапки. Он всегда отдает эти цветы Тамаре Дорофеевне. То есть, вот он говорит: «Леша, забирай маме. Маме, маме, маме». И мы не можем поместиться в такси с этими букетами. Хотя они виделись один раз в жизни. Вот, в Питере я ее завел за кулисы, вот, и он запомнил, у него феноменальная память, он помнит лица, хотя вот, ну, казалось бы, вот таких Леш в его жизни, просто вагон и маленькая тележка, да, в каждом городе есть вот такой Леш, наверняка, но, вот я говорю, пара случаев таких, которые, за что я ему все равно безумно благодарен. Ну, вот мама, понятно. Когда у нее был юбилей, 80 лет, он прислал ей такое видео. Ну, казалось бы, опять же. Ну, можно же было дежурно что-нибудь сказать там. Ну, он записал, он какие-то фонтаны, которые по его в мановению руки стреляли салютом. В общем, он сделал прямо инсталляцию какую-то. Проявил вот такое вот. Поэтому это дорогого стоит. Ну и потом у нас была такая серьезная ситуация со здоровьем в моей семье. Я считаю, что тьфу-тьфу-тьфу, ну, то, что мой очень близкий человек, ну, моя жена жива, здесь очень большая заслуга Филиппа, его помощь. Его помощь. Не финансовой. Медицинские связи, ну, то есть то, как он
отнесся к этому по-человечески. Потому что замглавврача, она мне говорила, успокой Филиппа, он звонит мне через каждые 15 минут. Вот я думаю, что не добавишь уже ничего больше. С русским драматическим театром имени Лермонтова как сложилось? Вот, и почему такое, скажем так, я даже не знаю, что это, скачок в бок, в сторону, вниз, вниз, вверх. Да. А вот, почему есть... я так рано ушел на пенсию, вы хотите спросить? Я хочу спросить, что с театром? Вот это, я так понимаю за наш небольшой разговор, что Алексей Гостев ничего без любви делать не может. Здесь какая любовь случилась? Ну, какая любовь. Здесь... Ну, точно не за деньги. Я не буду называть свою зарплату в театре. Хорошо. Да, будет еще больше смеха. Да. Нет, здесь уже нет, конечно. Театр, он был всегда в жизни у меня. Занимал какую-то огромную часть моей жизни. Вот. Но если раньше... Сначала же был ТЮЗ. И был Преображенский. Первая любовь – это был ТЮЗ. Это был ТЮЗ, новая сцена. Вот. А тут я стал смотреть несколько спектаклей, которые меня очаровали совершенно. Но это действительно был такой подвальчик волшебный на Арбате нашем, Жебекжалы. Вот. И, собственно... Вот начался мой театральный роман. Мой театральный роман. Я придумал, что я сниму фильм. И он будет называться не «Булгаковский театральный», а «Мой театральный роман». Вот. И, ну, это какие-то личные были. Там я в кого-то влюбился. Там, творчески, наверное, в большей степени. Кого-то из артистов. Вот. И тоже такое. Я снимал этот фильм... Это была вообще моя первая история, когда я попытался сделать какую-то крупную форму, но абсолютно не имея никаких представлений. То есть я знал еще, как смонтировать сюжет. У меня же был видеоинженер, я говорил, там точка, какие-то такие простые вещи. А здесь это же такая, я же режиссер. Режиссер Алексей Гостев. Меня выгнал видеоинженер с первого монтажа. Я был не готов, он меня просто выпер, сказал, я не буду с вами работать. Несмотря на то, что я там главный редактор, все. Он проявил принципиальность, сказал, вот когда подготовитесь, тогда придете. Не, я подготовился, да. После этого за 3 смены я сделал этот фильм. Но тоже такой момент, я погрузился в это во все, то есть вот все, театр, новая сцена, это все, что вот я вот этим дышал, все остальное было по боку, а тут поездка, наклевывается такая поездка прекрасная в Америку с президентом на его самолете. На 45-летие юбилей ООН Даригану Султану отправляет меня в командировку. Ну, она старалась, чтобы я почаще выезжал, потому что у меня были такие сюжеты, ну, нетривиальные. Это протокол, естественно, это официоз, все, но я во всем как-то вот я подходил как-то совершенно откуда-то, не знаю. Ну, ей нравилась, в общем, моя подача. И она отправляет меня в эту командировку, а я падаю ей в ноги и говорю, пожалуйста, не отправляйте меня. Она говорит, что случилось? Я говорю, я фильм снимаю про Преображенского. Она говорит, Леша, ты идиот. Просто говорю, ты идиот. У тебя тебе такой шанс выпадает вообще. Ты что? Какой фиг? Какой ТЮЗ вообще? Наш президент летит в Америку. Это вот. А я там слезы наматываю, чтобы, потому что я боюсь не успеть. Юбилей. Я боюсь не успеть сделать этот свой фильм. И он мне гораздо важнее, чем поездка в Америку. Ну, вот, слетал, слава богу. И туда, и все, мы успели. Вот, это был мой театральный роман. Потом был второй театральный роман, спустя 6 лет. Когда, собственно, в общем, с чего началась уже цикловая программа, вот эта контрамарка. Мы сделали фильм с Колей 6 лет спустя, и он был другой. Если первый фильм
такой вот мальчик-колокольчик, там вот сидел, вот таким высоким голосом говорил о любви, какие-то слова, но все было наивно, безумно наивно, да, но очень искренне при этом, да. Вот. А второй фильм, он был жесткий. Он был просто жесткий, потому что то, что произошло за эти вот 6 лет, театр уже был просто на грани какого-то развала, и дело даже не только в его каникулах постоянных, а потому что, ну, вообще, просто был кризис, очень большой кризис. Вот. И мы договорились с ним, с артистами. У меня были те же самые герои, но прожившие 6 лет. Если Димка Скирта у меня, который был вот, Гамлет того периода 95-го года, восходящая звезда, и вот во втором фильме он стоит в могиле гамлетовской, вот, совершенно осунувшийся и с потухшими глазами, и говорит там страшные вещи, что я тут свою молодость похоронил вообще, и что они со мной сделали, да? То есть какие-то откровения были жуткие совершенно, да. Потом я узнал, что один артист умирал. Я не знал этого. У меня действительно просто... Я чем-то другим занимался, выпал из этой... Вот. И я узнал, что он умирал в одиночестве практически от очень тяжелой болезни. И его никто не навещал вообще, кроме Скирты. Вот Дима Скирта, единственный человек, который ходил, приносил ему продукты, как-то пытался приободрить. Вот. И на меня как-то это так подействовало. И, в общем, фильм такой был. Тяжелый, тяжелый. И мы показывали его в Омске на первом международном фестивале «Театр плюс ТВ», канал «Россия». Там была Марина Швыдкая, жена бывшего министра культуры, Катя Уфимцева, вот, «Театр плюс ТВ», вот это вот творческое объединение, они проводили этот фестиваль, и мы показали, привезли этот фильм. Я ничего не мог понять, ну, то есть для меня, ну, как история уже понятна, закрыта, закончена. И, ну, что они все хлюпают? Что-то они сидят и все хлюп-хлюп-хлюп. Они были зареванные после этого фильма. И Марина Швыдкая, которая вышла на сцену, и, слава богу, она не встала на колени, я бы этого не перенес, потому что я не знал, куда провалиться от стыда. Потому что мне было так неловко, они говорили какие-то слова, там, низкий вам поклон, это нравственный урок, там еще что-то, да. Я не ожидал, что будет такая критика, и в смысле вот такое отношение к этому. Вот. И, собственно, они говорят: Леша, вам надо делать театральную программу, цикловую. И вот так появилось, они написали письмо, вот все вот эти Аренов, Швыдкая, ну, очень весомые фамилии в этой сфере там в России, они написали на канал, что вот в Казахстане нет ни одной передачи о театре. Почему бы вот не попытаться? И вот появилась программа «Контрамарка». Вот, и когда ее закрыли, кстати, это был большой удар для наших театральных деятелей. Рубен Суренович, вы сказали, что меня привело в театр Лермонтова, почему я там торчу до сих пор уже 7 лет. Это огромный срок, потому что, ну, обычно у меня вот отмерено все 3 года, я не могу дальше работать на одном месте. Никогда нигде я не задерживался больше. Вот 3 года это у меня вот просто классика. Вот, я сижу уже 7-й, 8-й год в театре Лермонтова. Рубен Суренович, ну, совершенно особый человек в моей жизни. У меня какое-то отношение к нему. При всем при том, что он достаточно строгий человек и не сентиментальный. И если он помогает, он как-то очень действенный, у него такая помощь. Не такая, что там по головке погладить, а как-то просто действительно поддержать. Вот. Мы с ним очень сблизились вот в момент «Контрамарки», потому что его было много, конечно, театра Лермонтова тоже было много. На тот момент он выпускал, он был еще в силе, в паре, в такой, да, вот, и поездок у нас было очень много, он нас поддерживал, знакомил со всеми, вот. Если бы Рубен Суренович Андреасян тогда не протянул мне руку помощи, я бы, наверное, просто вот, не знаю, спился бы, что ли. Ну, уже, по крайней мере, долго бы не нашел работу. Может быть, до сих пор бы не нашел работу. А он мне позвонил и сказал: Леха,
У меня тут есть работа, не бей лежачего. Пойдешь ко мне в театр? Ну, я, честно говоря, думал, что там, не знаю, что зарплата там будет 1030 или 50, ну, не больше. Но оказалось, что у меня такой офигенный стаж с 16 лет, что только за стаж мне там, ну, набежали какие-то денежки в театре. То есть уже можно было, по крайней мере, не умереть с голоду. Ну, и мне было ужасно интересно все-таки с Андреасяном, его правой рукой по литературно-драматической части, помощником. Вот. И, конечно, я почувствовал опять какую-то... О, как на склоне наших дней. Нежней мы любим и суеверны. Вот. Я почувствовал, что, наверное, это вот мой последний приют. Не рано ли последний? Не знаю. Вот. И сейчас мне, конечно, откровенно говоря, нелегко, потому что Рубен Сёрёнович ушел из театра. Это для меня огромная драма. При том, что я понимаю, что он передал в надежные руки свой штурвал, но что-то умерло. То есть я уже не могу, конечно, так. Это Андреасян. Ну, 40 лет человек руководил этим театром. Вот, и его уход, он не может не сказаться все равно. Я по инерции продолжаю работать и что-то делать, но, конечно, что-то уже сильно изменилось безвозвратно. Алексей, когда вы говорите, Дима Скирта стоял в той самой могиле Гамлета и говорил, вот в этой могиле молодость моя похоронена, вы это понимаете или нет? Вот что сейчас вы чувствуете вот со всей этой историей, со всей этой жизнью, с тем, как мы вышли из 90-х, и был и драйв, и кайф, и сумасшествие, и безумная свобода, и новая ответственность. Вот. А сейчас чего? Молодость моя похоронена в этой могиле или нет? Ой, какой сложный вопрос. Непростой совсем. С одной стороны, ну, как-то так повелось. Одна из моих любимых цитат из не самой любимой певицы, но тем не менее Земфиры. «Моя любовь осталась в 20 веке». У нее есть песня. «Моя любовь осталась в 20 веке». Я понимаю, что вот все, о чем я вот так вот говорю, господи, ну это все там. Это все прошлое. И я им живу. Мне питает. Настоящее вызывает, ничего не вызывает. Вот. Но в любом случае все равно как-то через людей. Люди вдохновляют. Встречаются. Ну, скажем так, я никогда не был вот таким одиночкой, одиночным игроком. Мне всегда нужна была команда. Всегда во всем. Все проекты, которые вот как-то случились и состоялись, они были успешными. Там не моя заслуга, там вот это вот сообщество людей, которые... Встречались именно люди, которые вот с такой же любовью к этому ко всему относились, как я. Вот. Поэтому мне недавно исполнилось... Я не думал, что это произойдет когда-нибудь. Ну, то есть в детстве мне казалось, что 50 лет это... Ну, так не может быть. Со мной этого не случится точно, казалось мне. Вот. Но это случилось. Я вообще не чувствую себя на этот полтинник совершенно. То есть я чувствую, что вот тот пацан, который хулиганил во дворе и названивал у Розы Рымбаевой, он все равно живет где-то там, этот мальчик.